Теперь подробности. Квалифицированный специалист нового века от проекта к реальности. Под таким девизом сегодня стартовал городской педагогический форум. Открывая мероприятие, глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз отметил, кадровая составляющая в системе образования – вопрос особый. От профессионализма каждого преподавателя зависит уровень знаний подрастающего поколения. Какими качествами должен обладать учитель нового века? Тему раскроет Елена Золотилина. Проводить педагогические форумы в преддверии нового учебного года стало доброй традицией, которая насчитывает не один десяток лет. Представители системы образования во время такого общения подводят итоги проделанной работе, обращают внимание коллег на существующие проблемы и пытаются найти пути их решения. В частности, представитель губернатора ИНАО в нашем городе отметила, что за последние годы удалось решить один из острейших вопросов – поднять уровень заработной платы для педагогов. Сегодня очень много делается. Посмотрите, молодым учителям разработана программа, и если раньше у нас приходили молодые специалисты, они были самые необеспеченные, то сейчас они получают подъемные, и вот то, о чем Иван Иванович сказал, это тоже серьезные шаги. Смотрите, сегодня мы с вами уже так остро вопрос заработной платы учителя тоже не ставим. Есть частные какие-то вещи, которые мы решаем, но в целом мы эту проблему уже, мы перешагнули уже через нее, потому что она сегодня достойная. Может быть, не всех устраивает, это отдельный разговор. Еще одна проблема, которая требует немедленного реагирования – кадровый состав. Система образования не может быть лучше, чем учителя, которые ее представляют. Глава администрации города Иван Костогриз отметил, что в настоящее время уровень обучения в городе высок. Это подтверждается многими достижениями как учеников, так и самих педагогов. Однако ситуация такова, что в профессию приходит мало молодых специалистов. К огромному сожалению, город взрослеет. Взрослеет наш педагогический состав. Пенсионный возраст наших педагогов тоже подходит к такому периоду, когда многие будут собираться или уезжать, как мы говорим, на большую землю, или выходить на пенсию. И для нас это очень большая проблема, большая тревога, потому что мы обновляемся очень медленными темпами. За последний год в профессию пришло всего 9 молодых педагогов. Одной из причин Иван Костогриз считает то, что наш город испытывает недостаток в жилье для бюджетников. Это касается не только квартир, но и общежитий. Проблема этой администрация города уже занимается. Кроме вопросов социальных, специалисты подняли и чисто профессиональные. Степень квалификации преподавателей, качество образования, принципы работы с детьми. Августовские форумы по сложившейся традиции ставят конкретные вопросы для образовательной системы. Вот сегодня, например, нет ни одной проблемы, которая бы была заоблачна и невыполнима. В рамках сегодняшней встречи директорам школ города вручили сертификаты на ноутбуки для учеников вторых классов. Это один из пунктов образовательной программы «Наша новая школа». Педагогический форум завершится завтра. За это время учителя изложат результаты своей деятельности и поделятся опытом с коллегами. Елена Золотилина, Феликс Расихин, служба новостей «Импульс».